Карьеры на Красном дворе. Летом это любимое место отдыха брещан. Но и в первые апрельские дни в прилегающем лесном массиве царило радостное оживление и было по-летнему многолюдно. Ведь 652 участника со всех уголков Беларуси съехались сюда, чтобы принять участие в соревнованиях «Брестский подснежник» 2021. Наверное, люди соскучились после пандемии, хотят побегать, подышать свежим воздухом. А тем более, учитывая, что еще в некоторых регионах нашей Республики Беларусь лежит снег, а у нас в Бресте уже вот такая погода хорошая, и поэтому Брест как отдушина для всех спортсменов приехать, побежать по почве, как я говорю, по почве, этой грунтовой почве. Вот, и люди с удовольствием приезжают и наслаждаются нашими дистанциями, трассами. Для соревнований были разработаны спортивные карты, рассчитанные на разные категории групп участников. Карта одна для всех, но маршрут у каждого свой, потому как наряду с мастерами спорта дистанцию проходили и совсем неопытные участники. Для маленьких детей приготовлены простые КП, пусть учатся, как бегать в лесу, как ориентироваться. Для мастеров спорта усложненное, но у них фактор времени. Им нужно пройти заданное направление как можно быстрее. Профессионально не занимаюсь ориентированием, у меня чуть-чуть другая направленность, именно техника туризма спортивного идет. Вот. А так, хочу эмоции, мне очень нравится то, что три дня такая накаленная борьба будет, ты бежишь, устаешь, спишь, кушаешь, опять бежишь, вот эти эмоции очень интересно переживать. Ориентирование, то есть в чем заключается суть, это надо за определенное количество времени собрать определенные контрольные пункты, то есть есть карта, есть компас. И надо прийти от старта, допустим, к какому-то КП и по последовательности их собрать. А собрать показания со всех контрольных пунктов и безошибочно определить время прохождения дистанции помогали чипы участников, которыми они касались специальных электронных меток. Возраст не помеха активному образу жизни и спорту. И это своим примером доказывают участники сегодняшних соревнований. Ведь самому младшему из них 10, а самому старшему 82. Настроение хорошее, дистанция прекрасная. Постановка КП корректная. В общем, сплошное удовольствие. А сколько вам лет? 75. Я представляю спортивный клуб «Камволь». Мы приехали с одноклубниками и семьей. У меня вся семья бегает, и жена, и оба сына. Дистанция достаточно простая, но как для начала сезона это то, что нужно, чтобы почувствовать скорость. Скорость, драйв и хорошее настроение – за этим ехали участники со всех уголков Беларуси. И не разочаровались. Ну а Брестский подснежник будет ждать новых стартов.